Медиагруппа «Авангард» представляет. Добро пожаловать на СОК-форум 2019. Практика противодействия компьютерным атакам и построение центров мониторинга информационной безопасности. Прямо сейчас. Сегодня я хотел бы раскрыть вам немножко нашей внутренней кухни, а именно рассказать о том, как у нас устроен процесс разработки правил корреляции, откуда мы черпаем идеи и знания, собственно, которые ложатся потом в основу данных правил корреляции, как, собственно, организован процесс управления этими знаниями и идеями у нас в компании. Для нас, как для коммерческого центра мониторинга, это весьма критичный процесс, так как во многом от полноты и качества библиотеки детектирующих правил, то есть правил корреляции, во многом зависит и то, насколько качественный сервис будет предоставляться нашим заказчикам. Хочу отметить один момент, что те идеи и концепции, о которых я буду говорить, используются нами не только при разработке непосредственно правил корреляции для CEM, но и также для детектирующих правил для нашей Threat Hunting платформы, которая представляет собой совокупность open source решений и ряда собственного написанного кода, а также сетевых сенсоров в лице Сурикаты и Зика. Конечно, на сегодняшний день существует огромное количество источников уже готовых правил. Это и коробочные правила, поставляемые 7 вендорами, это маркетплейсы 7 вендоров, где в один клик мышки буквально можно купить и начать использовать какой-то набор правил корреляции, позволяющий решать какую-то конкретную задачу. Это вендор-независимые маркетплейсы, такие как, например, SOC Prime. И это, конечно же, различные комьюнити-источники, наиболее, наверное, известным из которых является репозиторий Sigma правил. Но не стоит строить иллюзий себе в отношении всех вот этих репозиториев готовых правил. Как показывает практика, нельзя просто так взять и в один клик там, скачать себе некий набор готовых правил и получить на выходе хоть сколько-нибудь качественный результат. Результат, скорее всего, будет один. Вы получите либо большое количество ложных срабатываний, либо абсолютно неработающие правила, либо полнейший бардак в вашей CM-системе, которые навели те самые правила, которые вы там включили в один клик. Собственно, какой из этого можно сделать вывод? Вывод один. Если вы хотите строить качественный сервис-мониторинг, в вашей команде обязательно должны быть эксперты, которые понимают, что из себя представляют атаки и способны генерировать идеи правил, детектирующих эти атаки, и реализовывать их в тех решениях, которые применяются в рамках оказания сервиса. Именно о том, как организовать работу такой команды, я вам расскажу на примере нашей компании. Отмечу один момент, что те идеи и концепции, о которых я буду говорить, по большей степени относятся к категории правил, которые мы у себя внутри называем threat-oriented. То есть правила нацелены на детектирование угроз, на детектирование каких-либо тактик и техник атакующих, на детектирование какой-то именно злонамеренной активности. А другие категории правил, представленные на слайде, менее подвержены данному процессу, так как в отношении них не требуется такой затраты интеллектуального ресурса, как в случае правил, направленных на детектирование именно угроз. Таким образом, у нас схематично работает процесс разработки правил корреляции. Начинается все с бэклога идей на разработку правил корреляции, который на непрерывной основе наполняется нашими аналитиками, занимающимися исследованиями угроз. Данный бэклог в рамках коротких спринтов длительностью 2 недели, то есть на периодической основе, из него выбираются некие правила, которые будут разработаны в рамках спринта. То есть правила разрабатываются аналитиками, CM-инженерами. По возможности для каждого из правил разрабатывается тестовый сценарий, который позволяет симулировать в тестовой среде ту активность, которая должна быть детектирована данным правилом. И далее данный тест используется как в момент, собственно, создания правила, чтобы убедиться, что там, наши идеи и то, что мы делаем, собственно, мы делаем правильно, так и уже в процессе операционной эксплуатации правила для контроля того, что у нас что-то не отъехало уже после разработки. После этого, собственно, процесс начинается сначала. Снова формируется спринт и так по кругу. То есть процесс этот носит цикличный характер. И сейчас давайте посмотрим на примере там, отдельных элементов данной схемы, собственно, как это работает, как организован тот или иной элемент этой схемы. Начнем с самого первого, с бэклога идей на разработку правил корреляции. Источником идей в первую очередь у нас является выход процесса киберразведки. В рамках данного процесса мы также там, немножко используем методологию Agile, то есть в виде бэклога, который наполняется там, разными способами, как ручным заведением задачи в бэклог, то есть ручным заведением задачи в Jira, так и с использованием там, специализированного Telegram либо email-бота, которому там, наши аналитики могут направлять интересные ссылки, которые они прочитали, там, серфия интернет, изучая Twitter и так далее. То есть они отправляют ссылку в бот, а бот, соответственно, регистрирует задачу в бэклоге. Помимо непосредственно функции регистрации задачи, на данного бота ложится функция контроля дубликатов, то есть чтобы одни и те же ссылки не направлялись дважды разными аналитиками. И в перспективе у нас возложить на данного бота еще функцию оценки релевантности той публикации, ссылка на которую нам прислали, дабы использовать эту оценку как метрика, по которой мы будем приоритизировать бэклог на направлении на исследование.
Данный бэклог, соответственно, на ежедневной основе разбирается нашими аналитиками третьей линии Security Operation Center, и результатом их работы может быть несколько выходов. То есть один из выходов их работы – это, собственно, идея в бэклог на разработку правил корреляции. Помимо этих идей, также могут формироваться запросы в команду разработки нашего EDR-решения, то есть на добавление каких-то новых событий, либо совершенствование существующих, либо же запросы на изменения в пайплайн обработки событий, запросы на изменения конфигурационных файлов SysMon или нашего EDR-решения. Ну и, собственно, наполнение наших внутренних баз знаний по угрозам. Давайте посмотрим, как выглядит, собственно, результат работы аналитика. То есть на примере одной из публикаций, представленных на слайде. По каждой из анализируемых публикаций аналитик либо непосредственно в соответствующем тикете в жире отражает те моменты, которые в последующем могут быть использованы там, для разработки правил корреляции, либо же если информации, полученной по результатам анализа публикации, довольно большая, да, и не влазит в рамки дескрипшена тикета в жире, в этом случае оформляется отдельная статья во внутренней базе знаний на базе Confluence. И помимо этого, соответственно, к задаче на анализ публикации также прикрепляются связанные задачи уже непосредственно на разработку в будущем тех или иных правил корреляции. Отмечу один момент, что при анализе, ну, собственно, внешних источников данных об угрозах и формировании идей на разработку правил мы придерживаемся так называемой концепции всеобъемлющего детекта. То есть она заключается в том, что мы покрываем максимально возможное количество источников. Для нас, как для, соответственно, коммерческого центра мониторинга, это очень важный вопрос, потому что у нас различные заказчики с разным набором источников. У кого-то есть подключенные на мониторинг эндпоинты, у кого-то нет, и есть только средства защиты. Но при этом мы, как компания, оказывающая услугу, должны быть способны работать в любых сценариях. Поэтому мы пишем правила корреляции, учитывая максимально возможное количество источников. Если же публикация из себя представляет какой-то отчет о тагетированной атаке, либо о какой-то угрозе, либо вредоносном коде, то для этого, собственно, тоже у нас внутри есть отдельный процесс и инструкция, как производить анализ такой публикации. По каждому такому отчету во внутренней базе знаний оформляется статья. В статье отражается некая сводная информация по отчету, такая как, ну, непосредственно ссылка на отчет, по которой можно этот отчет скачать. Информация о группировке, которая ответственна за соответствующую атаку, если эта информация доступна из публикации. Информация о первичном векторе проникновения, опять же, если она доступна из публикации. И тех тактики и техники майтера, которые, собственно, были зафиксированы в данной атаке. Помимо этой сводной информации, также аналитик отражает в отчете те шаги и куски из отчета, для которых на текущий момент, на момент анализа публикации в нашей библиотеке детектирующих правил, в нашей библиотеке правил корреляции, еще нет ни одного сценария, который позволил бы это детектировать. И помимо отражения этой информации, тут же фиксируются ссылки на соответствующие задачи в бэклоге на разработку правил, либо в бэклоге на доработку там, наших решений там, в лице, например, EDR-сенсора. Если же в рамках анализа публикации аналитик исследует какой-то инструмент атакующего, коих, собственно, в открытом доступе огромное количество, то для данного инструмента тоже предусмотрен свой workflow. У нас есть внутренняя разработка, называемая use case портала, которую я еще маленько упомяну в дальнейшем, в которую помимо там, регистрации информации о сценариях выявления атак, мы также регистрируем информацию о тех инструментах атакующих, которые мы исследуем. Фиксируемая там информация содержит общее описание инструмента, область его применения, ссылку, по которой этот инструмент можно скачать из сети интернет. И что самое главное, содержатся те артефакты, которые этот инструмент оставляет за собой при работе на конечной системе и которые в последующем могут быть использованы при разработке детектирующих правил. Помимо этого, также отражается маппинг инструментов правила корреляции, которые там, позволяют этот инструмент детектировать. Помимо исследования инструментов, анализа публикации, в сети интернет очень часто можно встретить потенциально интересные сэмплы, как бы, примеры там, вредоносных документов и файлов, которые либо участвовали в каких-то тагетированных атаках, либо же там, были специально созданы какими-то исследователями-энтузиастами с целью, например, протестировать решение безопасности на то, насколько они способны детектировать данные файлы. Собственно, для нас тоже очень важно обрабатывать такие публикации, ну, понятное дело, что не все, потому что сэмплов, которые каждый день появляются в сети интернет, огромное множество, то есть те из них, которые, по мнению аналитика, потенциально интересны, то есть в рамках которых, например, очень интересная цепочка исполнения там, в результате открытия на конечной системе. Соответственно, если раньше процесс анализа таких сэмплов был абсолютно ручным, то есть аналитик качал этот сэмпл из открытых источников в виде, например, VirusTotal, далее ручками запускал его в виртуальной машине и смотрел, что там происходит, то теперь мы этот процесс немножко автоматизировали. Мы написали специального Telegram-бота, в который можно заслать либо MD5 сумму, либо SHA-256 хэш, либо ссылку на VirusTotal, либо твит, в котором там присутствует в тексте света ссылка. Далее данный бот, собственно, возьмет и пойдет на VirusTotal, либо гибрид
Hybrid Analysis и проверит, а есть ли такой файл в соответствующих источниках. То есть у нас есть приватные учетные записи там, для работы с данными сервисами. И если такой файл, соответственно, там имеется, файл будет выкачан ботом и запущен в виртуализированной среде. В данной виртуализированной среде, соответственно, у нас используются те же самые политики аудита там, Windows, да, которые мы рекомендуем нашим заказчикам, и установлены агенты EDR и Sysmon в той конфигурации, которую, опять же, мы используем у наших заказчиков. То есть эта виртуализированная среда максимально приближена к тому, что мы имеем у наших заказчиков, если они используют наши решения. По окончанию эмуляции файлов в данной среде аналитику присылается ссылка в Kibana, куда он может кликнуть и посмотреть, какие события были сгенерированы. Далее там события анализируются, смотрится, какие правила сработали, каких правил нет и какие можно потенциально разработать. И, собственно, формируется задачка в бэклог на разработку правил. Помимо этого, также мы используем ханипоты. На текущий момент в нашем распоряжении имеются ханипоты только для эмуляции веб-сервисов. Это, опять же, собственная разработка, то есть это не какое-то публично доступное программное обеспечение, которое тоже, опять же, большое множество в сети интернет. В будущем мы, соответственно, планируем расширить область применения сэндбокса и другими сервисами, такими как SMB, служба удаленных рабочих столов, возможно, почтовые сервисы и так далее. Сейчас же это только веб-сервисы. То есть ханипот эмулирует работу потенциально уязвимых приложений в виде там, Drupal, WordPress, либо PHP MyAdmin, а также приложение, которое там, не является, как, ну, не разработано на каком-то либо фреймворке, но которое эмулирует уязвимость к удаленному исполнению кода и которое позволяет потенциально загружать на ханипот любые произвольные файлы, что, собственно, может быть использовано злоумышленником для загрузки веб-шелла. И те команды, которые злоумышленник направляет через эксплуатацию RCE, либо которые злоумышленник исполняет, соответственно, в WebShell, эмулируются в сэндбоксе, на котором настроен аудит на базе AuditD. Эти события, которые генерируются в процессе эмуляции, забираются в Elasticsearch, с которым уже работают аналитики, и, собственно, смотрят, что с этим можно сделать. Вот таким образом выглядит пример одного из событий нашего ханипота. В данном случае атакующий попытался эксплуатировать уязвимость удаленного исполнения кода и выполнить через нее команду curl, которая должна была загрузить некую информацию из сети интернет и передать данную информацию на исполнение в буфер ввода интерпретатора командной строки sh. То есть довольно типовая техника, на которую вполне себе можно написать неплохое правило на базе событий audit-d. И помимо, собственно, анализа того, что есть в сети интернет, мы также практикуем так называемые практики purple teaming, когда наши ребята, имеющие в распоряжении там, большую виртуальную лабораторию, собирают все возможные стенды. Стенды могут быть как очень простые, ограниченные, например, одной виртуальной машиной, так и очень сложные, включающие в себя множество виртуальных машин, различные средства защиты. То есть на данных стендах эмулируются различные сценарии атак, и после этого производится анализ тех событий, которые были сгенерированы в результате этой эмуляции, ну, например, того, что мы детектируем, а где у нас есть какие-то пробелы, которые можно закрыть, там, разработав какие-нибудь новые правила. Помимо того, что это способствует наполнению библиотеки сценариев, это также инструмент повышения компетенции наших аналитиков операционных линий, то есть первой и второй линии. К сожалению, не часто случаются интересные инциденты у заказчиков, да, в которых там, фиксируются какие-то сложные атаки, то есть это довольно нечастое явление. Поэтому данный способ, то есть способ эмуляции в своей лаборатории, может ликвидировать вот этот недостаток реальных инцидентов, на которых наши аналитики могут учиться, потому что они могут проанализировать эти все те же самые события в CM-системе, ну, собственно, получить какой-то опыт и знания. То есть все, что я вам рассказывал, это был подход, так называемый подход разработки правил корреляции от угрозы. То есть когда у нас есть угроза, и уже от нее мы пляшем, какие нам нужны источники и события, чтобы эту угрозу нивелировать. Но мы также не брезгуем подходом, который называется подход от источника. То есть наиболее часто там, используемый подход при разработке правил корреляции там, во многих центрах мониторинга. То есть когда берется какой-то источник, анализируются те события, которые этот источник может генерировать, и на базе уже этих событий, то есть принимается решение, что интересного, собственно, с этим можно сделать в части детектирования каких-то атак либо потенциальных инцидентов. Все это тоже отражается в обязательном порядке в нашей внутренней базе, и на слайде, собственно, вы увидите пример выдержки из результатов анализа событий Exchange Outlook, которые были там, проделаны нашим аналитиком. Зачастую так бывает, что проанализировав какую-то угрозу, вы, в принципе, понимаете, как ее детектировать, но, к сожалению, те источники событий, которые вы используете, ну, в принципе, они не позволяют этого сделать, потому что нет нужных событий, либо в тех событиях, которые есть, недостаточно атрибутов, чтобы на базе этого сделать какое-то правило корреляции. Конечно же, в случае сторонних каких-то решений мы связаны по рукам, потому что
очень сложно влиять на разработку сторонних продуктов, особенно в части добавления как бы новых событий, в логирование. Но в случае использования нашего EDR-решения, которое является основным источником телеметрии для сервисов Headhunting, здесь у нас все хорошо. То есть мы впрямую взаимодействуем с командами разработки, формируем задачи в их бэклог разработки о том, что нам нужно. Соответственно, ребята это в довольно приемлемые сроки реализуют. Итак, у нас сформировался бэклог идеи на разработку правил, что теперь происходит с этим бэклогом. Соответственно, его обработка осуществляется в несколько этапов. Сначала бэклог приоритизируется, то есть выбирается наиболее приоритетный на разработку правил. При приоритизации мы оперируем рядом параметров, которые представлены на слайде, которые, собственно, мы учитываем, принимая решение о том, что мы будем разрабатывать сейчас, а что мы можем отложить как бы, на будущее. И далее приоритизированный бэклог. Из него выбираются в рамках двухнедельных спринтов какой-то набор, ограниченный набор правил, которые, собственно, реализуются в течение этих двух недель. При формировании спринта, помимо выбора правил из бэклога, мы также производим обсуждение каких-то деталей реализации правил. Это, собственно, тот самый момент, когда вместе встречаются аналитик и инженер CM, и они друг другу рассказывают, с одной стороны, особенности CM, которые могут повлиять на реализацию правила, с другой стороны, какую-то особенность именно самого правила и сценария атаки. То есть такое взаимодействие, соответственно, позволяет в процессе минимизировать количество итераций, переделки и корректировки правил по той простой причине, что аналитик и CM-инженер друг друга не поняли. И уже, собственно, после формирования спринта начинается непосредственно этап разработки. Управление спринтами и бэклогом на разработку правил осуществляется на базе Jira. То есть Jira предоставляет довольно удобные интерфейсы для этого. То есть в Jira можно формировать спринты. По результатам закрытия спринта мы формируем синтетический релиз, опять же, средствами Jira. То есть в Jira есть понятие релиз. То есть релиз Jira представляет собой совокупность закрытых задач в рамках спринта. И к релизу мы еще формируем своего рода релиз notes, в котором кратенько описывается то, какие правила были разработаны в рамках соответствующего спринта. Каким образом мы этот релиз notes используем, я маленько покажу и расскажу немножко дальше. Как непосредственно осуществляется разработка правил? То есть это тоже не одноэтапный процесс, это процесс, состоящий из множества этапов. Он начинается с проработки дизайна правила, далее осуществляется подготовка стенда, на котором эмулируется та активность, которая должна быть детектирована правила. А после этого идет ряд этапов, которые идут параллельно, то есть они не блокируют друг друга, так как они не влияют друг на друга, и зачастую в этих этапах участвуют разные лица, поэтому, собственно, их можно делать параллельно. Это непосредственно реализация правила и сигнатур в конечных решениях в виде CM-системы, Headhunting-платформы и сетевого сенсора. Это разработка тест-кейса, и это регистрация сценария в нашей внутренней учетной системе, которая называется Use Case Portal. После этого начинается этап тестирования правил. Длительность этого этапа не фиксирована, она во многом зависит от того, насколько сложное правило и насколько много ложных срабатываний правило начинает с момента того, как его ввели в тестовую эксплуатацию. В рамках этой тестовой эксплуатации правила корректируются, добавляются фильтры ложных срабатываний, устраняются ошибки, и после этого правило передается уже, ставится на продуктивный мониторинг, то есть оно доводится до операционных линий аналитиков, на базе него включается регистрация инцидентов в внутренней учетной системе, и осуществляется либо разработка нового плейбука для наших дежурных смен, либо доработка какого-либо из существующих. И последний этап в данном процессе – это информирование заказчиков о том, что у нас появилось новое правило, что оно из себя представляет, будет ли оно работать у этого заказчика, либо же для того, чтобы оно работало, необходимо произвести некие манипуляции в виде настроек аудита, подключения каких-то дополнительных источников. Каким образом реализован этот этап, также я дальше покажу. Немножко о том, как, собственно, учитываются правила. Я упомянул, что есть обязательный этап регистрации правила в так называемом use case портале. Это собственная разработка. На текущий момент в качестве графического интерфейса используется админка Django фреймворка. В будущем будет, конечно же, разработан полноценный интерфейс. То есть в данную систему заносится как логика работы правил, так и вся его описательная часть. Там заголовки, дескрипшены, типовые вставки, которые должны быть там в карточках инцидента в результате срабатывания этого правила и так далее. Маппинги правила в различные таксономии, в нашу систему категорирования инцидентов, маппинг в технике тактики Майтра, маппинг в те источники событий, которые необходимы для того,
того, чтобы это правило работало, и маппинги в плейбуке. Система эта призвана решать три задачи. То есть первая задача – это внутренняя как бы, база знаний по всем нашим сценариям детектирования атак и правил корреляции. Вторая задача, которую призвана решать эта система – это некая экспертная система, которая позволяет очень быстро получить картинку о том, какие правила корреляции могут быть реализованы, если у нас на входе есть некий набор источников. То есть у нас, мы имеем некий список источников и настроек аудита на них, подаем на вход этой системе, на выходе получаем то, какие правила корреляции на базе них могут быть реализованы. Либо же обратно. Ситуация. У нас есть правила, и по правилу мы можем получить те источники, на базе которых это правило может быть реализовано. И третья задача, которую призвана решать эта система, это на текущий момент еще не реализовано, это находится в процессе разработки, это оркестрация над CM-системами, то есть над теми системами, где эти правила должны применяться. То есть у нас в планах, соответственно, реализовать некий интерфейс, в котором по клику мышки правило будет разворачиваться в указанных CM-системах, либо в указанной фредхантинг-платформе, либо деплоиться там в нужную IDS-систему, которая управляется данной системой. Все правила обязательно проходят тестирование. При этом для тестирования мы используем три подхода. То есть первый подход, он довольно очевидный. Это эмуляция активности в виртуальной среде. То есть эмуляция непосредственно той активности, которая должна быть детектирована правилом. Подход очень эффективный с точки зрения, что это самый честный способ проверки работы правила, и он помимо того, что работает CM, позволяет еще и проверить то, что источники правильно настроены, что агент, который используется для доставки событий, тоже корректно и правильно работает. Но обратная сторона этого, соответственно, подхода заключается в том, что это очень сложно. То есть это очень ресурсоемкий процесс, так как требует подготовки стенда с последующей эмуляцией на данном стенде какой-то активности. Поэтому, собственно, мы практикуем и другие подходы. То есть второй подход – это, назовем это, реплей событий. То есть в рамках эмуляции активности первичной мы можем сохранить ту последовательность событий, которая должна привести к срабатыванию правила во внутреннем репозитории, а в последующем, в любой момент времени, мы эту последовательность событий можем отправить в CM-систему и тем самым проверить, что правило работает. И примерно похожий подход, но заключающийся не в реплее событий, а в реплее сетевого трафика. То есть, по большей части данный подход используется для тестирования сигнатур для IDS. То есть в процессе эмуляции активности мы записываем дамп трафика, сохраняем его в репозитории и потом в любой момент времени проигрываем данный дамп трафика, пропуская его через, например, IDS-решение, либо иной сетевой сенсор. Немножко остановимся именно на процессе эмуляции активности на источниках событий. То есть для решения данной задачи, то есть для ее систематизации, тиражирования и упрощения, мы разработали специализированный фреймворк, который, в принципе, можно отнести к классу решений BAS, Breach and Attack Simulation. То есть фреймворк позволяет описывать сценарии, соответственно, эмуляции активности в виде на некотором унифицированном языке и, соответственно, запускать эти сценарии. На текущий момент мы уже умеем эмулировать запуски процессов, мы умеем эмулировать запуск скриптов PowerShell, VBS, JavaScript и ряда других скриптов. Мы умеем эмулировать коммуникацию с командным центром по ряду протоколов, таких как DNS, DHCP, HTTP и так далее. И мы умеем эмулировать в некотором виде межхостовое взаимодействие, ну, например, в виде брутфорсов паролей, в виде попыток эксплуатации уязвимости, либо в виде горизонтальных перемещений там, с использованием каких-либо механизмов, позволяющих запускать код на удаленных машинах. Вот таким образом, собственно, выглядит сам сценарий. То есть он представляет собой YAML-файл, в котором есть некая описательная часть, маппинги в те правила, которые должны детектировать данный сценарий, маппинги в метр техники, тактики и непосредственно описание логики эмуляции. Ну, в данном случае сценарий довольно простой. Он запускает на машине, на тестовом стенде, утилиту ProtsDump из набора инструментов SysInternals для того, чтобы сделать дамп памяти процесса LSAS, что, собственно, приведет к тому, что будет сработает ряд правил, детектирующих такую активность. Что очень важно, мы обеспечили совместимость наших правил, то есть нашего фреймворка, с тестами, которые доступны в публичном репозитории, в публичном проекте, который называется Atomic Red Team, то есть который ведет одна известная американская компания, предоставляющая сервис MDR. То есть мы можем взять любой их тест и, собственно, проигрывать в нашей системе. Но опять же, как бы мы может так показаться, что мы просто взяли Atomic Red Team. На самом деле это не так. То есть мы его очень сильно-сильно доработали. И последнее, я упомянул, что в рамках формирования и завершения спринтов мы генерируем так называемые release notes.
который содержит описание правил, так, собственно, что мы с ним будем делать? А делать мы будем с ним очень простое. В клиентском портале, куда имеют доступ все наши клиенты, кто покупает у нас услугу мониторинга, мы будем на регулярной основе эти релиз-ноутсы выводить, то есть с описанием правил. Понятное дело, что без описания логики правил, потому что так или иначе это интеллектуальная собственность, но некую описательную словесную часть мы будем предоставлять клиенту с какими-то ссылками на внешние ресурсы, где можно почитать о там, соответствующей угрозе, о соответствующей атаке. И с информацией о том, будет ли этот сценарий работать при текущем объеме источников, которые на текущий момент мы имеем в нашем мониторинге. Мы полагаем, что это будет способствовать не только повышению нашей прозрачности перед заказчиками, но и в том числе способствовать повышению экспертизы заказчиков, так как специалисты заказчика начнут как бы, читать информацию о правилах, переходить по ссылкам, которые будут сопровождать данную информацию, ну, тем самым получать какие-то новые знания в области кибербезопасности. За сим у меня все. Всем спасибо за внимание. Можем приступить к вопросам. Спасибо, Тимур. Есть несколько вопросов. Поделись, пожалуйста, сколько примерно правил на бою работает на клиентах? Ну и там сколько сценариев тредхантинга? Насколько я понимаю, это отдельное сообщество. Ну, сколько правил вы можете посмотреть в отчете о сравнении соков? Там, собственно, есть эта метрика. На текущий момент набор правил насчитывает чуть больше 250 правил. Там, ну, в точности до единицы не могу быть уверен, потому что буквально сегодня там появилось какие-то новые правила. То есть 250 плюс, то есть от 250 до 300. Второй вопрос про Agile. Мне, как представителю вендора, в котором тоже существуют процессы по разработке правил, так интересно понимать у вас ну, в среднем за спринт сколько делается правил или сколько времени уходит на отдельные правила. Есть какие-то сводные данные? Ну, спринт сам длится 2 недели, как я сказал, и сколько правил удается сделать за спринт, это очень вариативная метрика. Как бы за какой-то спринт удается сделать там, 10 правил, за какой-то всего 2-3. То есть все зависит от того, насколько загружены ребята. Собственно, в момент формирования спринта мы учитываем загруженность ребят, которые задействованы в разработке правил, потому что они ну, не только занимаются разработкой правил, и на базе этого там, принимаем решение о том, сколько правил в рамках данного спринта будет реализовано. То есть, ну, больше 10 не получалось ни разу. То есть, больше 10 правил. Среднее время разработки правил, опять же, оно варьируется. Есть очень простые правила, которые, например, оперируют всего одним событием. В данном случае правила можно разработать буквально за полчаса, включая момент, там, этап эмуляции активности. Есть очень сложные правила. Это, как правило, касается каких-то ну, внешних решений, не только эндпоинтных логов, каких-то сложных корреляций, в которых учитывается не одно правило, а правило с множества различных источников. Время разработки такого правила может там, даже достигать несколько дней. Поэтому в целом вот, процесс выглядел достаточно разветвленным. Так, в среднем непонятно, за сколько, но в самом лучшем случае может… От получаса. Понятно, спасибо. И третий вопрос, наверное, про будущее. Какие видишь перспективы развития дальнейшего всей вот этой системы? Ну, перспективы дальнейшие – это развитие use case портала, то есть превращение его в полноценный инструмент оркестрации над CM решениями. На текущий момент это CM решение IBM QRadar, Red Hunting платформа на базе Elasticsearch, там, собственно, движка корреляции и IDS решение в лице Суриката Zika. То есть, именно развитие оркестрации, потому что для нас это очень критичный там, момент. То есть нам надо минимизировать количество времени, которое мы затрачиваем на ввод в эксплуатацию нового CM решения, минимизировать количество времени, которое мы тратим на доставку контента до конечной системы. В перспективе это поддержка еще и других CM-решений, то есть не только тех, которые мы используем у себя внутри. Это что касается use case портала. В части процесса, ну, сейчас активно прорабатывается механизм сбора KPI-ов и метрик различных заинтересованных в данном процессе сторон. Собственно, автоматизация сбора метрик с последующей какой-то аналитикой на базе данных метрик. Понятно, спасибо. Вопросы из зала? Коллеги? Существует ли сейчас какой-то механизм устаревания правил? То есть, если появляются архитектурно как бы новое решение на endpoint, например, Windows мы с 7 на 10 обновляем, у нас часть угроз условно может быть убрана за счет хардеринга, то оставляются ли в базе правила, которые были актуальны для семерки, или вы как бы бейзлайн какой-то заказчику даете, требования? Безусловно, в базе правил остаются правила, которые актуальны и для семерки, и для XP. Как я сказал, мы коммерческий центр мониторинга, и у нас на обслуживание не только наша инфраструктура, где как бы нет XP и семерки. У нас множество других инфраструктур, в которых, к сожалению, встречаются и такие системы, как XP и дальше более древние версии. Поэтому мы не можем себе позволить просто удалять правила, там, работающие на каких-то старых версиях операционных систем. Как происходит вот процесс
с доработки правил под все системы. То есть, например, даже та же версия PowerShell разная может давать различные варианты сгенерированных событий, на основе которых детект разработанный может как сработать, так и нет, в зависимости от информации. Ну, смотрите, то есть эта задача решается тем, что у нас есть своя модель данных, то есть мы не используем модель данных CM-вендора, который там подставляет, например, IBM-Q-Radar, у нас полностью своя модель данных, в которой мы так или иначе нормализуем все события, то есть в том числе события PowerShell, о которых вы говорите. И в последующем правила оперируют не какими-то специфичными полями из события, которые, например, там есть в PowerShell версии 2, но нет, например, в PowerShell версии 5, а неким унифицированным полем, в которое мапятся уже разные источники. И, собственно, для правил абсолютно все равно, на базе какого источника это прилетело. И, ну, это больше там релевантно для Threat Hunting платформы, так как там, в отличие от CM-системы, там вот нет некой зависимости от вендора и от неких особенностей CM-системы. То есть использование унифицированного собственной модели данных позволяет эту проблему решать, в том числе и в коммерческом CM. Спасибо. Появляются новые техники, появляются, вот я видел, в частности, детектируются по экзешникам хакерские утилиты. Вот, а как устроен процесс актуализации? То есть пересматриваются ли правила, созданные уже? Правила пересматриваются. Для этого у правила во внутренней учетной системе есть так называемый показатель TTL, time to live, который по умолчанию в нашем случае равняется 1 году. То есть через год, собственно, на нужный электронный адрес приходит письмо о том, что правило уже работает больше, чем 1 год. Вы не желаете ли вы посмотреть и пересмотреть его? Но при этом TTL может быть либо больше, чем год, либо короче, чем год. То есть по умолчанию год. То есть для тех правил, например, которые разрабатываются под какую-то активность специфичную, которая происходит здесь и сейчас, и которая не может быть переиспользована для других каких-то сценариев. Ну, например, у нас случился ванакрай, есть какие-то специфичные индикаторы для ванакрая, которые вряд ли будут присутствовать в других каких-то сценариях. Правила для ванакрая, скорее всего, мы TTL у него установим ниже, чем год, дабы, собственно, не захламлять базу данных правилами для какого-то устаревшего вредоносного кода, которого просто по истечению 5 лет вряд ли ты где-то встретишь, либо если встретишь, очень редко. То есть механизм пересмотра основан на показателе TTL в первую очередь. Но пока мы существуем не настолько долго, чтобы начать пересматривать правила, но TTL при этом уже введен. Про тестирование правил, про работоспособность. Вы не выполняете на стороне заказчика какие-то автоматизированные тестирования, работа правил, чтобы быть уверенным, что все это работает корректно, что все источники данных подгружаются, что все корректно настроено? Смотрите, это очень индивидуальный вопрос. By default, да, такой опции, by default, да, такого шага в процессе подключения заказчика, шага, заключающегося в том, а давайте проэмулируем 200 плюс сценариев атак вашей инфраструктуры и проверим, что все работает, по умолчанию такого шага нет. То есть это опционально, если заказчик хочет быть в этом уверен, мы готовы на это пойти, то есть как часть проекта. Плюс, опять же, есть еще с рядом с заказчиком работает такая штука, как программа и методика испытаний. Опять же, под заказчик разрабатывается то самое ПМИ, в рамках которых мы совместно с заказчиком определяем, какие сценарии мы хотим в рамках ПМИ этой проверить. Опять же, это будут не все сценарии, которые, в принципе, мы возможно детектировать, потому что трудоемкость такой работы, она равносильна отдельному коммерческому проекту на самом деле. То есть мы лимитируем некий набор сценариев атак, закрепляем его в ПМИ и, собственно, проводим испытания. И в том числе как раз таки вот этот инструмент, который мы разрабатываем, куда мы сохраняем тесты, собственно, и используется в рамках программы методик испытаний, там, где это возможно. То есть вместо того, чтобы вспоминать и писать какие-то скрипты, мы просто отдаем заказчику инструмент с лимитированным набором тестов и говорим, запускай на любой машине, либо в тестовой среде, где нельзя запускать на продукционной среде, мы будем это, соответственно, пытаться детектировать. То есть проверка есть, но она ограничивается неким набором сценариев, который обговаривается уже индивидуально с каждым заказчиком, если заказчику это необходимо. Спасибо, Тимур. Спасибо. Спасибо слушателям.